Всем привет на моем 299-м стриме. Да, сегодня у нас опять убежание от Биг Кида. Ничего не знаю, пророк. Ничего не знаю. Пытаемся. И у нас либо получается, либо нет. Привет, Эльзорга, пророк. И всем, кто уже пришел, подключился. Да, и несмотря на то, что мне нравится трек с этого уровня, да, Big Kid Chase, все-таки я решил попробовать ради разнообразия его заменить. Ну, посмотрим. Поехали, короче. Сейчас пока все вспомню, надо руки, чтоб вспомнили. Надо бы, конечно, уже пройти, честно говоря. Ну капец, сколько можно сидеть на этом? Твич же работает, да? А то опять что-то с счетчиком твича в последнее время какая-то хурма. Я не понимаю. Я сейчас не знаю, работает Twitch или нет. Блин, придется проверить. Так, Twitch работает. А рассинхрона нету? Блин, я забыл комп перезагрузить перед стримом. Надеюсь, нет рассинхрона. Есть, да, сейчас напишу. Сильный? Да блин, дурацкий, я не знаю, это драйвер что ли? Вот это вот меня... Вот мне от игры не горит ни хрена, а от, блин, технических проблем всегда горит, потому что когда они тупые какие-то, ну, в смысле, как всегда. Потому что, ну, какого фига эта задержка, я не понимаю, честно. Вот я вроде бы, ну, так сказать, не нуб, да, в, там, не знаю, вообще в околокомпьютерной теме, но я не понимаю, откуда берется задержка. Могу только предполагать, но решение проблемы вообще не представляю. Как бы, единственное, что на самом деле я не пробовал видеодрайвер переустанавливать, но фиг знает на самом деле, что-то сомневаюсь, что это поможет. Ну, перезагрузка, и опять вот потом склеивать, что поделать. Давайте, стоп. И перезагрузка, и старт. Вроде вернулся. Хрен знает. На, ну блин, я говорю, вот как пройду вторую камелию, я переустановлю винду и надеюсь, что это решит проблему. Конечно, так как я так и не пойму причину проблемы, то это может не решить проблему глобально, но по крайней мере на этот раз, так скажем. Понятно.
еще клавиатура не отдуплилась. Как я уже говорил, у меня после рестарта еще одна проблема, тоже я вообще не понимаю, из-за чего это. Может быть, из-за нагруженности USB-порта, я точно не знаю. Вот, видите, это я нажал рестарт аж вон когда, давно. Как дела у вас? Рассказывайте пока. Ну да. Так. Уже почти. Но еще нет. Поехали. Фух. Ну знаете, как-то почему-то не знаю, не вырабатывается привычка перезагружать комп перед стримом, потому что именно в плане высвобождение ресурсов-то мне не нужно, как бы, это делать, да, то есть, ну, там, типа, ну, вы знаете, там, типа, чтобы оперативную память там освободить, типа, если засорено чем-то, или еще что-то такое, то есть, а, как бы, из-за вот таких субъективных проблем я не вспоминаю об этом просто. И как бы причем еще, ну, фишка в том, что я же вообще комп не выключаю особо. То есть, ну, я там на ночь не выключаю, когда там куда-то ухожу, не выключаю. Поэтому перезагрузка компа для меня это что-то такое. Очень специфичная и редкая нужная функция. Шестой уровень буду? Нормально. А как ты это понимаешь? Сейчас же негде посмотреть количество опыта там и все такое. Убрали эту кнопку. Блин, музыка вот эта вообще такая классная. Вообще просто супер. Ну, навести, да, но там не показано, сколько осталось. И сколько, кто там впереди меня, кто позади. По рейтингу. Сегодня это прогресс, что я до сюда дошел. Блин, ну. Что? А, стоп, а у меня почему-то так нет вроде. Я такого не видел вообще. О, скоро! Да это не скоро! Это не скоро, пророк. Это мне еще месяца два, по-моему, надо стримить. Каждый день. Ну, месяц точно. Причем там же от чего это зависит? От того,
от того, сколько в чат пишут, по-моему, да? А на СК-2 сейчас в чат не особо пишет. Довольно мало. В основном Twitch. Не, пишет, но на Твиче вроде побольше. Ну, донатит это не про меня. По сравнению с топ-стримерами, это не тот донат, который бы их переплюнул по рейтингу. Тем не менее, я благодарен всем за каждые там 10 биткоинов, которые вы отправляли. Минимально же 10 сейчас. Ну, я имею в виду в том плане, что на рейтинг это не особо влияет в таких масштабах. Да какой за 2 месяца? Какой за 2 месяца? Ты упораешься, что ли? Это за все время, пророк, это за все время. Нет, не обнуляли, пророк. Ну как, куда, откуда у меня 8500? Ну ты просто подумай, откуда 8500? Смотри, у меня набралось 3500 биткоинов на клавиатуру, да, именно когда я копил. Причем, когда я начал копить на клавиатуру, у меня уже было 2000 биткоинов за челлендж. За First подписался на 600 биткоинов, ты подписался на 300 биткоинов. Еще несколько подписок по 100 было. Еще, по-моему, кто-то на 300. Извините, уж не помню сейчас. Вот. И это было до того, как я начал копить на клавиатуру. Все, после этого, ну, у меня накопилось 3700 с чем-то, которые вот до сих пор мне не вывели. И все, а где 8500-то? Что обнулили потом, блин? Ну где? У меня нет, у меня даже 4000 не набралось с момента челленджа 12-часового стрима. Вот помнишь, был 12-часовой стрим с того момента. С момента 12-часового стрима по Streets of Rage у меня меньше 4000 биткоинов набралось. А ты говоришь 8500. Вау. Нет, мне кажется, что Twitch не работает. Я не знаю, у меня в чате Twitch не работает. Почему? Что с счетчиком Twitch? Мне просто некомфортно, потому что я думаю, вдруг он отвалился. Нет, работает. А почему он вопросика показывает? В IP что ли изменили у Twitch? Ну вот, он был в декабре, то есть уже после обнуления. Да нет, да тоже никого нет, это ладно, но показывал бы 0 там или 1, но просто меня вопросик именно показывают. Непорядок. Да не, я верю, я же говорю, меня не смущают, что... Мало там смотрят, как бы. Это не в этом вопрос. А в том, что как бы мало, это, ну, меньше нуля не может быть, да? А тут вопросик показывают. То есть это непонятное что-то.
думаешь, поможет? Ну, как бы не то, что прям бесит, но я же говорю, мне просто некомфортно, потому что обычно, когда он вопросик показывает, это значит, что рестрим отвалился с Гудгейма. Обычно это мне как индикация. А, то есть, как бы. А сейчас он как бы работает, но показывает вопрос. Тогда если отвалится, я об этом не узнаю. Ну, пока все равно вопрос показывает. Да, я рестримлю с ГГ пока что. Пока у меня вода не выложена. Да, на СК2 ТВ только Twitch. Так и должно быть. Ой, что-то я запоздал. Идет. Ну потому что, чтобы на Good Game особо не налегали, так как Good Game скоро будет отключен, плеер именно. Поэтому будет YouTube и будет Twitch. Если мне понравится сервис Restream.io, то будет YouTube и Twitch. Но я так думаю, что вряд ли я уже смогу все воды выложить. Прохождение второй Камили, потому что я стримлю каждый день, и я просто не успеваю. А когда я пройду вторую Камили, я возьму отпуск от стримов, выложу все воды. Почему? Ну, должен вообще-то как бы. Привет, кстати, да, спасибо, Венжевин. Ну, потому что я, этот, по-моему, я не знаю, что-то с Твичом. Может быть, он не отдает, что он онлайн, СК2 же автоматически убирает. Ладно, как бы поэтому подписывайтесь на Twitch, вы будете знать, или можете вступать в группу ВКонтакте и в Стиме. В Стиме вообще такая всплывашка будет, типа стрим начинается там во столько-то. Тогда доскадвайся, чтобы не зависеть, который то ли сработает, то ли нет. Привет, РНД. Я поставил. Кстати, нормально счетчик стал показывать. Но этот онлайн он все равно упадет, если Twitch не отдает, что он онлайн, то этот СК2 все равно упадет. Да, музыка шикарная, я решил поразнообразить, поставить ее сюда пока что. Ну что, затянулся уровень. То есть музыка, которая здесь стандартная, она тоже очень классная, но... Говорю, просто ради разнообразия так решил.
А это мне вообще дико прет, просто получаю это огромное наслаждение, слушай я. Все, я не могу диагональки делать, ну лол. Я не могу диагональки делать. Вы видели, сколько раз за сегодня уже на диагональках умер? Именно на которой сверху вниз. Ну, что за лол? Я даже на этой штуке умер меньше раз, чем на диагональках. Кажется, что, как я уже высказывал это мнение, мне кажется, что стилистика, ну как, даже не стилистика, идея этого уровня чем-то похожа на M-Stage из Camille 3. Тоже нужно сделать кучу прыжков за ограниченное время. Экран едет, ну там вода едет. Ну, в принципе, ну не знаю, вот мне кажется, что идея где-то рядом. Всего два, да, пока. Но его же делают еще только. Там уже третий уровень готов, но босса нету на третьем уровне. Ну и поэтому весь уровень закрыт. Когда босс будет готов, то откроют третий уровень. А ты экстра боссов прошел? Они доступны только эти секретки собрать. И получишь двух боссов. Довольно. Таких нормальных боссов. Интересно. Хотя, конечно, больше всего мне понравился стандартный босс второго уровня. Ну да, вот. Ну думай. Головоломочка. Мы собрали со снапом. Какой же плотный уровень? Этот уровень по сложности, как бы вот именно, ну как сказать, ну в общем он очень напоминает какой-нибудь из уровней Боши на рейпе. Тоже надо долго-долго идти без сейвов на выносливость. Правда, там тебя никто особо не гонит, но как бы тем не менее. Я думаю, что этот уровень может быть, то есть сложнее некоторых миров больше на рейпе.
Да лол, ну почему я умирать стал на этих шипах? В тот раз, вчера же, или когда там, ну в тот раз было так стабильно. Вроде, что-то я не знаю. Жестко, конечно, хоть бы один сейвик бы дали. Я даже ни разу еще шипики не прошел сегодня. Ну, маленькие иголочки. Может, сейчас пришло их время. А, нет, стоп, один раз я проходил, да. Вот до сюда первый раз сегодня. Блин. Ну вот это сегодня максимальный прогресс. Не знаю, не знаю.
стабильность более-менее возвращается. Да. Да мне тоже хочется. Но говорят, там не особо страдания, по крайней мере, по сравнению с этим. В любом случае, там, где много сейвов, там меньше страданий, даже если там сложнее прыжки. Даже если они сильно сложнее. Я уже прохожу 7 часов по таймеру игры, но в реальности уже часов 10. Так и будет. Уверен, ну там либо дабл даймонд будет, либо просто даймонд, либо два корнера, либо двойная диагональка. Ну короче, какая-то подстава в конце точно будет. Вот, ну блин, ну по-любому. Я не знаю что, но я не верю в свободный выход с этого уровня. Дабл даймонд, наверное, вряд ли все-таки перебор. Но обычный запросто может быть. Что-то я из-за того, что не прощупал сразу этот шипик и запутался в прыжках из-за этого. Что там, на СК2 что поднялся стрим, да? Даже никак не намекать, вообще все, закрыли тему, увижу, увижу. Это самое сложное испытание в этой игре. Вот босс раш не такой сложный был.
Потому что как бы там, ну, ты босса постепенно изучаешь, так. Ну, и в принципе, босс не такой долгий, да, то есть, ну... В общем, это ощущается пока как самое сложное место в игре. Серьезно, вот это ощущается как самое сложное место в игре. Перепутал опять то, что я думал, сейчас на землю надо приземляться. Попробовал. А она никчемная оказалась. Она вообще мне просто писала ошибку, типа я не буду это соединять, и все. А YouTube не может длинные видео делать. В итоге опять вернулся к Sony Vegas. Что это? Ну, блин. Ну, такая ненужная смерть, такая ненужная. Ненужные. Привет, по два. Ну все, теперь убираем все ближе и ближе к началу. Да ну... Чё-то я вообще, я не представляю, как я М-прыжок пройду. Вы смотрите, я сегодня еще ни разу не дошел до М-прыжка. М-прыжок, я не знаю, сколько попытки я нарандомлю. А каждая попытка, это сколько, часто времени, я не знаю. В итоге я это место могу проходить еще очень долго. Причем М-прыжок, это же не финал.
уровня. Там еще что-то. На чем я по-любому еще умру. Ну, что-то жесть какая-то, лол. Destination хороший пост довольно. Мне понравился. Но застрять на нем можно на какое-то время. Привет, Зеро. Плохо. Но стараемся. Ну, у меня, для меня это был один из самых легких боссов на босс раше морально. Растает, ну лол. Привет, Владимир. Ну, кроме игры, тогда нормально, как обычно. Нормально все. Ну, то, что мне он как-то не тяжело шел. Мне Destination вообще не тяжело шел, и по времени я его убил почти быстрее всех. Ну, Нуэс быстрее всех, а потом Destination. Вот, ну как-то, то есть, я на нем не сидел, не страдал, прям типа, ой, ну я не могу пройти, там, ой, сколько же можно. Нет, быстро как-то прошелся, нормально так. Чё? Зеро, я вообще не понял. Ну, гейт, как бы, с этой клавиатуры гейт это нормальное препятствие. Он не бесплатен. А со старой клавиатурой, наоборот, вообще было изи, потому что я там практически на минимально возможный прыжок прыгаю. И все, и гейт сам проходится.
Ну, как бы минимальный там 3, да, но это если так прям. А так просто тык и все, у тебя 4. А. Я чувствую, что когда я дохожу до того момента, ну вот, который после шипиков, я теряю чувство реальности. То есть я вообще, для меня все начинает плыть, и я неадекватно просто все прыгаю, поэтому я не знаю, пока я, видимо, не привыкну к тому месту, я буду на нем вафлить. Что ж такое? Не, у меня Кримсон дольше всех был. Кримсон у меня был дольше всех. Одиннадцать часов 59 минут. Сначала не проходятся. Без сейвов? Ой. Ну, часов 100. Хотя, не 100. То есть, если их по-прежнему можно в любом порядке проходить, да, то смотри, ну потрачу я на каждого из них по 12 часов, да, как я потратил. То есть, это в сумме, ну в сумме я, короче, где-то часов 50, да, потратил на босс-раш. Ну и еще можно часов 20 накинуть, я думаю. Мне кажется, что... Ну, по крайней... Ну, все-таки, да, наверное, за 100... Ну, то есть, вот, за 100 часов, я думаю, вполне реально пройти Boss Rush без смертей. От начала его изучения. А может и нет. Может, я ошибаюсь. Привет, Эркил.
без сейва 4 босса какие-то погони, забей, нереально. Нереально человеку сделать. Но пророк, спидранеры, босс раш проходят, бывает за 1-2 смерти, как бы. Ну, я думаю, в целом, то есть, могут без смертей пройти довольно легко. Но понятно, что они больше 100 часов, я думаю, убили. Именно на босс раш. Хотя не факт, на самом деле. It's my first run, blind run of Camille 2. Sorry, my English not good. Еще скажи, thank you for follow. Еще скажи, давай без смертей вообще к 3, да, ну такое. My PB on this stage is M jump. Кстати, а как, у меня что-то такой возник вопрос, а как желают приятного аппетита по-английски?
вот эту фразу я знаю, но да, это же не английский. Это там то о в конце, и это, по-моему, итальянский, если я не ошибаюсь. А вот по-английски я хэза. Ну, то есть дословно-то можно перевести, но я имею в виду, должно быть же устоявшееся выражение какое-то. Но это японский. Последнее слово я не знаю, что означает вот это мил, это что такое. Так, надо собраться. А, еда? Не, подожди, еда же фуд. Это то, что ты говоришь, это что-то другое. Вот и мой новый рекорд. It's my new PB. Блин, на таком... На такой фигне умер, на самом деле. А, ну понятно. Ну, вроде... Выглядеть несложно там дальше, пока ничего такого сложного там не увидел. Ну, блин, волнение, ну что ты... Ну, блин, я им прыжок прошел. Нормально так. Только, ну, порог, ну, ты и так знаешь, но на всякий случай еще раз скажу, что там в ЛС куда-нибудь можешь писать, но не это.
Insomnia только что прошел М-прыжок. Только что прошел М-прыжок впервые. Я не знаю, как ты, а я с самого начала до самого конца смотрел, как ты убиваешь Destination'а. А смотрел ли я от начала до конца, как я убиваю Destination'а? Ну, не помню, ну ладно, неважно. Да меня тоже утомило, ну а что я сделаю? Привет, Сильвер! Да я понял, да. Твич не отвалился, потому что у меня опять начал вопросик показывать. Не знаю, меня это раздражает. А по что я умер вообще? Все, забили это на счетчик. Если отвалится, вы напишите, правильно? Кто-нибудь из тех, кто в чат пишет, смотрит же спейр отвеча, да? Как только отвалится, ну, если это случится, сразу же пишите. А я не буду обращать внимание на счетчик. Он упорот. Сейчас он нормально, но он как бы то цифры показывает, то вопросик. То есть вместо количества зрителей он показывает вопросик иногда. Я не знаю почему. Сейчас опять нормально показывает. Ну что-то багует, короче. Привет, Мэдичи. Уже большой палец, но типа от экрана Ясан. Да, Ясан такой нормальный экран для второго-то уровня. Ну, она была, я сделал перезагрузку компа. Ой.
Блин. Что ж такое-то? Да, это вот самое сложное, это на самом деле концовка с платформочками ездящими. А перевернутый шип, ну так, не особо. Ну, более или менее. А с платформочками там очень, да, некомфортные такие прыжки. Я вот сейчас, если возьмусь проходить тот экран, я его без смерти точно не пройду. Ну, даже отдельно тот сейф. Ну, минимальные, не минимальные, там... трех фреймовых вполне достаточно. Пожалуйста, шипик. Не, ну сегодня хоть какой-то прогресс есть, конечно, пока что слишком маленький, но все-таки прогресс есть, прогресс, да. Надо радоваться. Да ну как я в диагональ куда не попадаю? Ну пожалуйста, диагональ. Взял сейф. А, пойдешь пробовать второй сейф? Давай. Удачи. Ну что же, блин, такой дурацкий прыжок, ну... Ну, такой, это, мне кажется, самый простой прыжок из, ну, скажем так, вот из серии маленьких шипов, да? Самое простое, это туда спрыгнуть направо. Это РНД, недостаток моей аппаратуры. Надо аудиокарту купить. Тогда звук будет приемлемый. Но чтобы купить аудиокарту, надо на нее накопить, а я с денег, которые зарабатываю, пока особо не могу откладывать на аудиокарту. Так что пока только на донате держится, которого пока ноль.
Я могу игру погромче сделать, но скорее всего меня не будет слышно. Я могу сделать усиление микрофона, но тогда скорее всего звук станет отвратительным. Еще хуже. Микрофон не очень оказался, как я уже говорил. На USB микрофон. Ты через колонки, что ли, стрим смотришь? Осознание этого мне делает дискомфорт. То, что я где-то там на все помещение говорю. Всегда в наушниках смотрю, ну, любые. Ну, по крайней мере, когда кто-то дома есть, точно. Спокойный, это, конечно, в основном да, но я не обещаю ничего. Может и выбесить какая-нибудь фигня очередная, ну, даже вообще вот этот уровень. Я не знаю, пока, я пока сдерживаюсь, но вообще как бы... Внутри не очень спокойно у меня. Просто сдерживаю эмоции порой. Но бомбит в основном, когда умираешь в первой половине. Примерно. Вот такие смерти, например, когда происходят. Смотря что подразумеваешь под неприятными фразами. Конечно, не такие, как там, не знаю, у кого-нибудь, у Декстера. Да, потому что, ну, это я так специально сделал. То есть раньше эмоций было куда больше. А потом я в определенный момент решил, что надо контролировать эмоции. Вот когда я больше проходил, я еще не контролировал, и вот особенно на Марио горел, реально горел. И, ну, как бы...
не сдерживался особо. А потом понял, что нет, надо сдерживаться. Но в определенный момент я могу почувствовать, что все, нужно выплеснуться. И чуть-чуть бомбану. Но в основном пока такого не случается, но я думаю, впереди еще много будет сложных игр. Ну тут как бы смерти редкие, поэтому из-за этого не так сильно бомбит. Тут скорее обидно. Обидно, когда умираешь, но почти не бомбит. Но только если я долго не могу выбраться из начала, тогда начинает чуть теплеть. Соник? Вот когда я спидранил Соника, вот у меня горело. Вот ты не был, я не знаю, на спидранах Соника моих. Вот там у меня горело нормально, кстати. Я там не был спокойный, вот там я не был спокойный. Мне там было как-то не до сдерживания эмоций, мне там нужно было спидранить. Вообще не могу сначала выйти. Калиманду на втором месте по спидрану рейп-мода больше. На первом месте и Illusion. Да, РНД. И Illusion давно пробежал за 1:02. То есть за 62 минуты. Но у спидрана рейпа есть недостаток в виде того, что там не столько все делается на скорость, сколько на аккуратность, да? Недавно вот это обсуждали тоже. И в итоге это уже не такой прям спидран. Это просто попытка пройти за минимальное количество смертей игру на этом уровне сложности. Нет, в смысле, с багами, конечно. Я думал, Калиманду тоже с багами бежал. Ну там багов-то всего пару штук. Геннон только. И все, по-моему, да? А какие еще баги там?
А, ну баг на пульте, конечно. Ну и баг огонька в девятом мире, разумеется. Но это такой баг, который можно сделать и неосознанно. Так скипов нету. На рэпе скипов нету. Только Гэнон и все. Там же для скипов нужны сейвы. Но их нету. Единственное, я не помню, там башня все-таки скипается, да? Ну, правилами категории не запрещено, так что... Это же any percent. То есть, если будешь бежать рейп на 100%, то не будешь скипать уже ничего. Хотя в башне никаких предметов нету, в принципе, ее так и так можно скипнуть. Ну, значит, глитча 100%, делай категорию. И беги. Вернее, там даже уже не обязательно 100%, просто глитча. Я не могу, меня этот уровень уже выбесил, если честно. Мне уже он тоже наскучил. Вот. И вы пишете, что он наскучил, и мне наскучил. Ну что поделать, надо проходить. Надо просто проходить. Причем я бы взял бы передышку вообще от Камили, но у меня 100-дневный челлендж. Так что надо просто собраться и проходить, пока не пройдется. Вот уже почти 8 часов я его прохожу. Ну, может быть, в 10 часов хоть уложимся, не знаю. Забавно, конечно, будет, если я на нем просижу часов 20 или 30. Ну, на самом деле, ничего забавного в этом нету. Но просто никто этого не ожидал. И я тоже. Вафлить 100-дневный челлендж из-за этого уровня, это будет, конечно, не круто. Запрыгнул.
Нет, больше за 93 стрима прошел Фэбли Домино. За 93. Это не я. Но я его знаю. Что, я знаю. Ну, и что? Инсомния, ну. Да, а я днище, я не могу 70 часов пройти больше на рейпе. Ну, ты это хотел сказать? Я просто не понимаю смысла этого сообщения. Нету, по-моему, про рэп. Лол, нашел на что отвечать, серьезно. Но это же была шутка. Неужели непонятно? А вот и, кстати, а вот и человек, который за 93 стрима прошел больше. Да, мы до тебя тут спрашивали. Ну, не то, что прям спрашивали. Упоминали. Некого человека, который за 99 или за 100 стримов прошел больше. И отписывал об этом в группе побольше. Начинаем стрим, ну блин. Ок. Я, если честно, опять забыл. Веришь, нет? Я опять забыл. Правда. Да, пойдем, пойдем, конечно. Ну, пообещал же, пойдем. Но я правда забыл опять. Ну, в принципе, нормально. Ну, я, ну, не нормально, полтора часа постримил. Мало, конечно. Ты меня спрашивал, да, типа, что там в Камиле, далеко ли я прошел и так далее. Вот видишь, длинный такой уровень, блин, и нет ни одного сейва. 210 звонков, жесть, печалька. Ну, такой длинный уровень, вот за мной кит бежит, мне надо без сейвов это все пробежать. И когда я это пробегу, насколько я понимаю, ну, я же не знаю, да, я не смотрел. Насколько я понимаю, все, как бы добегаю до конца, и шестой уровень пройден. Я не знаю, много ли я прошел или нет, но я думаю, что раз, ну это же игра не настолько сложная, как третья Камиля. Так что, скорее всего, я где-то очень близок к концу, но в своем лучшем результате. Я так думаю, ну потому что, ну не может быть, чтобы там еще было очень много.
Ну не может быть реально. Ну ты начнешь стрим, а я хост кину. Там что дальше? Блин, ну бред, Данчика. Что, прошел Silent Hill? Лентяй, да всех задолбал уже этот уровень. Спроси в чате вот кого-нибудь. Не задолбал их этот уровень смотреть или нет? Все ответят да, да, хором. И меня, и тоже задолбал. Но надо пройти, блин, его. Надо его пройти просто. Прошел. А какая концовка? Какая концовка? Первый момент, пипец, спот немного. Там маленькие шипики внизу. И потом там еще. Ну, ты можешь описать концовку, то есть... Ну, по крайней мере, он на тачке в озеро не поехал, да? Это самая плохая концовка. Данил. ГГ жив. Ну ладно, я посмотрю потом. Мне интересно. Не спойлерить Silent Hill 2? Окей. Ну я посмотрю та запись, какая там концовка. Мне просто интересно, какую ты взял. И да, их там не 5, а 6, я чуть-чуть тебе соврал, но пофигу. Ну, 2 из них упороты, которые нельзя при первом прохождении открыть. Одну точно ты не получил, судя по тому, что написал. Осталось 3. Самое лучшее, но ну типа сойдет такое. Такая духота, вот этот момент просто, ну, вообще все это весь этот стейдж. Какая духота. Говорю так про людей.
Почему я об этом умираю? У меня это стабильно уже должно быть. Ну серьезно, этот момент вообще должен быть стабильным. Я не понимаю, почему он у меня перестал получаться. Соник сломал. Ну, Соник он такой, да, Соник жжется. Где второй прыжок? Я не понимаю, Фабино, о чем то, если честно. Я по-прежнему стримлю айваны. По-прежнему скукотища. Что изменилось-то? Только что спидранить стал. Да, спидраны очень люблю. Я нашел на СК2 несколько спидранеров еще. Пока еще на стримы не попал. Они там это. Один там ниндзя Гайдена, короче, спидранит. Ну, типа начинающий. Расслабился. Еще не расслабился, но и не собираюсь полностью расслабляться. Но вы этого не увидите. Ох, как я близко так шипу встал. Лол. Ну серьезно, такой легкий прыжок опять во фрил. Райс начал спидранить, он прошел? А, нет, еще не прошел. Ну, вообще как бы, ну, этот бот поддерживает Song Request'ы. Но в данный момент, ну, как ты понимаешь, они выключены. То есть, как бы они включены, ты можешь, типа, реквестить, но музыку ты не услышишь, потому что у меня тупо страничка не открыта. Я просто не хочу, чтобы потом воды на Ютубе забанили. Чё я делаю?
Помните, если вы когда-нибудь увидите мой стрим, и там будет эта же музыка, но только будет та игра, откуда эта музыка взята, помните, со мной все плохо, очень плохо. Фабино. Ну, пророк, наведи мышкой и посмотри, там же начало ника есть. Но правда бывает, фиг поймешь. Не горит, на самом деле это нормально горит, ну просто и все. Да? Серьезно? Я шипик не перепрыгнул, маленький шипик. В чем проблема? В том проблема. В том, что нужна выносливость, ты понимаешь? Нужна выносливость. Когда я дохожу до туда, у меня уже концентрация заканчивается. Либо она слишком, наоборот, сильная. Я не знаю, но... Ну вот, я же говорю, когда я дохожу до туда, у меня... все, говорю, чувство реальности просто теряется, и я где-то плаваю. Я просто на автомате как-то иду, я четко не могу уже создавать действия. Thank you.
То есть как бы руки работают, но я не вижу, у меня мыльное все. Я не знаю, как это объяснить. Я который раз на том шипе уже умираю. Просто на шипе, который торчит из земли, а сверху ничего не мешает. Ну почти что, ну как бы это даже. Это легче, чем гейт, как бы, ну. Ну, есть как бы пауза, но она только... Она, ну, это больше баг, а не пауза. И типа, если ты потом окно тронешь, то... Уже она распаузится сразу. Привет, Лёха. По какой-то причине я не прошел. Потому что я не могу пройти это. Потому что это сложный момент. Потому что я... Недостаточно... недостаточно умения у меня для этого. Я не знаю, по какой причине. По какой-то причине я это не прошел. Но не потому, что я не хотел это пройти. Или не стараюсь. Нет. Пришел под конец стрима, сейчас там Фабино запустит стрим, и я пойду опять с ним проходить супер контру в коопе. Мы там до 5 уровня доходили уже. Этот момент довольно своеобразно сложен, да, как бы у него своеобразная сложность, вот именно на выносливость. Даже в третьей Камиле я вот не помню, чтобы именно вот такая сложность была на каком-нибудь моменте. Ну как бы там есть градиус, да, но это немножко другое все-таки, да. А вот такой вот длиннющий уровень без сейвов в третьей Камилке такого нету, ну или чего-то похожего. То есть там есть там одна-две комнаты, да, без сейвов. Даже на M-стейдже есть довольно длинный путь, но это даже длинный путь, он все равно не такой длинный. Правда, там прыжки сложнее, да? Но все равно, это немножко другое. Немножко другое. Давай мы это чего-то. Нет, мы не прошли прорыв. Ну да, именно надо. Ну, Фабино надо, а я как бы... А он меня подписал на это просто. А я такой, окей, и все. И пошел проходить. Но мы уже прошли вместе первую контру. Контру Хардкорпс Фабино, по-моему, проходил, если честно, забыл. Проходил, по-моему. Но я как бы Хардкорпс вообще очень жестко проходил. То есть Хардкорпс как бы это одна из игр, которые, возможно, я буду спидранить. Спойлер. Ну, как бы это не точная инфа. Но я могу явно, потому что, в принципе, я в нее наиграл очень много.
такое Лера, это, конечно, зашквар. Очень кривой клиент. Я через Меднафин играю. Чего, 24 место? Ты про что? А, Sonic 2? Да. Не, на самом деле, я действительно рад этому результату, но это еще не предел. Это еще не предел. Надо без смертей пройти. И желательно, чтобы получился скип Chemical Plant второго акта. А лучше и на первом тоже. Вот если бы, конечно, еще получился бы скип Метрополиса третьего акта, ну блин, это бы 3 минуты мне ждал, понимаете, 3 минуты. Это бы у меня уже был бы результат не 28 минут 51 секунда, а 25. А без смертей где-то 22, да? Представляете, 22, это уже, это в топ-20 точно? Это в топ-20 вроде бы. Ну, по-любому в топ-20. Ну, давай. Но скип третьего Метрополиса просто лютая жесть. Лютая жесть. Я не понимаю. Я не знаю. Ну, реально не могу. Я хз как бы вообще... То есть не то, чтобы там он нестабильный или что-то. У меня он один раз при тренинге как-то получился. Вот, буквально один раз. Я пробовал раз, наверное, 200. Один раз получился. Все. Причем он получился у меня очень рано. То есть буквально я только начал тренить, он у меня каким-то образом получился. И все, с тех пор у меня он никогда больше не получался. Я не знаю, что с ним делать. Но он настолько существенный, что как бы, конечно, бы круто бы его все-таки делать. Ну хотя бы с какой-то там вероятностью. Лёш, не говорю про стабильно. Ну стабильно он, наверное, ни у кого не получается прям 100%. Даже у того, кто VR держит. Потому что он, ну, очень жесткий. Ну чё, гейт или тот шипик, или что сейчас? М-прыжок. Который я даже не начал делать. Его, этот прыжок я прошел один раз за все время. Да, ну вот, да, тотем прыжок я один раз прошел, и это было сегодня. Это было сегодня. Ну, из тебя хреновая ванка. Ну, кстати, получается, что 2 часа я отстримил. В принципе, норм. Конечно, если бы не этот сейчас стрим, я бы еще как минимум час бы постримил, а может и 2. Но.
Блин, ну видишь, нет, нет. Не потрачено. Блин, ну за, ну как бы уже я волновался. Тяжело там выпрыгнуть вовремя сходу, а останавливаться нет времени. Привет, Нил, спасибо за поддержку. Нет, там из-за подъема очень мало места. То есть я когда поднимаюсь, я налево почти не двигаюсь. А большой кит, он все время движется налево. В итоге... Не сказал бы, что у меня есть много времени там подравняться, ну даже хоть сколько-то вообще-то надо с разбегу делать. Секунду, ну ты понимаешь, это как сложно рассчитать. Вот я подхожу, потом я, оп, подравнялся и чувствую, что неправильно.
все, растерялся, потому что время идет, а мне нужно еще подравняться, а потом еще. Мне кажется, это. Мне кажется, там лучше с разбегу. Получается же иногда. Мне кажется, лучше продолжать с разбега. Ну, по крайней мере, на этом стриме я не буду пытаться останавливаться. Понятно. Это походу конец. Это все. Блин. Черт. А Киджи не ост... Я вот не обратил внимания, Киджи не останавливается, да? То есть мне нужно сходу делать прыжок, да? Привет, Шипуп. Да, сочувствую по поводу босса. Блин, Iron Dead это почти ванга, да? Шесть выдал, блин. Ну, на самом деле, я со своей клавиатурой, мне кажется, могу 6 стабильно, в принципе, делать. Более или менее. Но у меня оптимизм появился. Я понимаю, что я все, я могу пройти. Я могу пройти этот уровень Big Chase, Big Kid Chase. Он может быть пройден в любой момент. Все, можно пройти. Там даже нет ни Double Diamond в конце, ни Diamond, ни Кордера. Ну да, падение не из перекатов, честно говоря. А как там падать? Там надо вначале просто сойти вниз. А потом вторым подпрыжком сманеврировать, да? Или там обязательно вначале прыгнуть надо? Там прыгнуть вначале первым. То есть я первым прыгаю, лечу вниз, потом хоп, подпрыжок и, ну... Как-то мне не знаю, обидно было это вот так.
блин. Хочется пройти, жесть, так хочется пройти сейчас. Не на следующем стриме, а сейчас. Ну пожалуйста, давай. То есть даже если на следующем стриме пройду там в течение там 10 минут там или 20. Блин, ну конечно хотелось бы сейчас. Да вряд ли, ну как, ну. Прикинь, Фабино, я почти прошел, я дошел до конца. Мне последний прыжок остался. Последний просто прыжок. Я могу реально пройти, я могу пройти реально. Блин. Привет, Кипош. Ну пожалуйста, давай, Гейти, ну, давай. Я ж спать спокойно не буду, зная, что я могу пройти это место. Да, ну это так, но я имел в виду, ну в смысле, я говорил, что... Очень хочется пройти это место на этом стриме. Это я реально могу это сделать. Но, как бы, я пророку ответил, что, ну, уже договорились, так договорились. Да что ж такое? Я волнуюсь и тороплюсь. Ну чё, не отменять же тебе стримы из-за этого, ну лол. Вафлю. Да, у него странная анимация, Нил. У него странная очень анимация. Точно? Не, ну Фабино, давай так, ну точно, то есть, ну, как бы, потому что я, как бы, ну, то есть, если я пообещал, значит, пошли, ну, в контру, как бы, то есть, ну, если, то есть, как бы, чтобы не было такого, что вот, типа, я пообещал, не выполнил, то есть, если тебе, как бы, реально, ну, норм, то, ну, значит, норм. Если нет, то пошли поиграем. Я с удовольствием поиграю, в принципе, в контру. Просто обидно, что я это не прошел, но в контру я с удовольствием поиграю. Вот. Но просто мне как будто это обидно, что я не пройду. Но как бы обещание держу. Ну. Ну тогда ладно.
Серьезно, ну нет, ну... Жесть. Ну это... Блин. Пипец, пот, блин. Ой, дропы пошли. Чуть-чуть. Нет, рекорд до конца. Я видел последний прыжок вниз. Какой рекорд? Я до М-прыжка доходил раз 10, ну, за все время. М-прыжок прошел 2 раза. Один раз дошел до самого последнего прыжка. Привет, Океоник. Успехи хорошо, как ни странно. Я хоть и до сих пор еще за 8 часов я не прошел еще этот уровень, но сегодня был прогресс такой, вот буквально минут 30 назад, то, что я вот все, в последнем шаге было прохождение, все, последний просто был шаг, но завафлил, но как бы это от напряжения и от того, что я первый раз это увидел. Второй раз, если до туда дойду, то, в принципе, я могу пройти. Ну, не факт, на самом деле. На самом деле, не факт. Но надо постараться. Ну, короче, я реально могу это пройти. А, только на начале бы не умирать. Ну, в начале, давай, нормально. Пятница? Ну, ок, ок. Нет, так, я говорю, по поводу железно, это вообще, ну, и сейчас железно. Я же говорю, если ты сейчас говоришь, я вот прям сейчас завершаю стрим и идем. То, что как бы железно, оно как бы всегда железно. То есть, как бы, я же тебе говорю, это не вопрос. Ну, то есть, по крайней мере, ну, по крайней мере, я имею в виду, если я просто стримлю, то это точно железно. Но другое дело, если что-то там, ну, в жизни там надо куда-то уехать там или что-то еще там, ну, ты понимаешь, да? То как бы, ну, это другой вопрос. А если я типа просто сижу стримлю, то это как бы железно. О, давай. Еще есть шанс. Там, потому что есть место, где я жду обычно. Все нормально. Же переживаю, лол. Ну, как бы то, что М-прыжок не получился, это, ну, нормально, он сложный. Ну, для того, чтобы его проходить
с первой попытки как бы стабильно, он сложный. То есть так-то он не сложный, ну, в целом, да? Если у тебя сейф под рукой. А вот чтобы вот так стабильно проходить, то он довольно тяжелый. Черного плаща с Nintendo спидранит. Да, лол, ты издеваешься? Скорее всего, освещение, вряд ли. Я редко краснею, у меня не... капилляры не так близко к коже. Нет, ну в целом могу, но вряд ли сейчас. Привет, Хомка. Я тренил, но как бы все равно, понимаешь, в идеальных условиях ты можешь затренить, что хочешь, как бы, да, и будешь норм сидеть, там, проходить, даже, может, стабильно. Но когда у тебя тут ситуация вот такая, да, то это совсем другое дело. Ну, это как бы вообще даже сравнивать нечего. Чего уж говорить, если я даже эти ворота обычные, гейты, не всегда прохожу, да? А ты прям прыжок, который в самом-самом конце находится, прям перед выходом. Ну, лол, ну такое, да. Привет, Гэн Стори. Я понял. Погнали. Блин, ну рано, ну я уже могу это контролировать уже, ну блин. Не, ну как бы есть программы, типа J-Tool там или Record My Jump, которые позволяют воссоздать мышкой любой уровень, ну, по крайней мере, вот такой можно, да, то есть статичный, где просто какие-то шипы, там блоки, да, вот, но, ну, не знаю, как бы, да я и так уже пройду, Вот, я и говорю, что ничего не даст, если просто тренить, да, если просто тренить один прыжок, то, вот, ну, для этой ситуации это ничего не даст. То есть, как бы, если ты какой-то прыжок вообще не понимаешь, как проходить, да, то, да, его можно, как бы, затренить именно в том плане, чтобы понимать, какие нужно делать движения. А, как бы, а, то есть, да, именно до стабильности идеальной тренить, ну, да, нет смысла, потому что это все равно невозможно. Ну, я же не робот. До М-прыжка ты ходил много раз, раз 10 или больше. А проходил М-прыжок 2 раза. Но первый раз я умер сразу после М-прыжка практически. А второй раз я дошел до финала. До последнего падения.
Ой, нет, форгласом не вся. Что за читы? Тем более Horglass, по-моему, только в Windows XP адекватно работает. Именно по поводу save state'ов. Ну, как бы, знаешь, вот тут есть такое двоякое. Да, это не спидран, но у меня 100-дневный челлендж. У меня есть 100 дней, чтобы пройти эту игру. Не 100 стримов, а именно 100 дней, да, реальных. И начался этот челлендж 25 декабря. То есть уже, на самом деле, время поджимает. Хоть я и далеко уже прошел, но... Ну, короче, надо вот это уже проходить. Уже надо проходить. Я сижу на этом моменте уже почти 9 часов. Ну, 8 часов 48 минут по таймеру игры. Это уже многовато, честно говоря. Вообще-то мне пророчили, что я вообще тут 4,5 часа буду сидеть, но что-то не пошло. А, ну теоретически, да, ну как бы это такое. Что ж такое-то, ну... Ну вот, даже 5-7 не отгадал, как видишь. Даже 5-7 не отгадал. То есть самые пессимистичные прогнозы не оправдались, лол. Ну, в плохом смысле не оправдались. То есть они были недостаточно пессимистичными, они были оптимистичными. Как повезет, ну, это как бы такое. То есть тут нету рандома, то есть реальное везение как бы тут ни при чем, да? Ну, по сути. Потому что тут нет никакого рандома. Да мало того, что тут нет рандома, тут вообще все статичное. Вообще уровень статичен абсолютно. Так что как бы... Ну, везение тут ни при чем. Запрыгнул, да как? Ну как я не запрыгнул-то, ну? Они могут убить, что? Никогда такого не было. Ну да, как бы рандом в руках, да, я понимаю. Да, это рандом в руках, это есть такое, да. Я умер об них? Что? Не было такого. Глючит. Да ладно, не было такого, ты чё? Я бы запомнил.
если бы меня убило не то, куда я прыгал или шел. Нет, я верю, что они могут убить, но это ж как надо слоупочить-то, у меня такого не было. Первую сложную часть прошли. Да лол, как я так близко к шипику встаю, ну его нафиг. Вторую сложную часть прошел. Это не было сложной частью. Да какой там почти стабильно, если бы. Но бывают иногда периоды, которые, ну типа, да, прет стабильность, но потом бывают периоды вот такие вот, когда я начинаю умирать на вот этих вот начале постоянно, на диагональках постоянно. Самый вот, мне кажется, сложный момент, на самом деле, как ни странно, вообще самый сложный, это здесь, это диагональки вверх. Да, диагональки вверх — это здесь самое сложное. Все, которые есть, то есть и которые в М-прыжке, и которые вот здесь вот в начале, ну, в середине. Потому что, я не знаю, ну, потому что они тяжелые. Ну, как бы именно на скорость они тяжелые. Если бы я мог подойти там, подмикрить, то ладно, а на скорость они тяжелые. Диагональки вниз вообще не напрягают. А вот это напрягает. Ну я говорю, это самый сложный момент во второй Камиле, пока из которых я видел. В том числе среди... И, то есть, неважно сравнивать с уровнями, либо с боссами, это самое сложное пока что я видел.
Да ладно, об этот шип я уже не умирал два стрима подряд. Где-то, я не помню сколько. Ну, короче, я, по-моему, об него один раз только умирал. Такое тоже бывает, уже не первый раз такое далеко. У меня, если честно, пальцы устали уже. Давно у меня в айванах не уставали пальцы. А здесь уже прям болят. Особенно палец, который кнопочку влево держит. Но и прыжок тоже. А вот кнопку направо я вообще не, ну, потерял ее контроль, потому что я так ее редко нажимаю. Вообще, я только вот сейчас что-то задумался о том, что... Вспомните, много ли вы знаете платформеров, где нужно бежать налево. Нет, они безусловно есть, но... Не помню что-то длинных уровней, где нужно бежать налево. Согласен. Но это не платформер, это не платформер. Но все равно. Нет. Читают справа налево арабы. Ну блин, хорош путать-то. Справа налево перелистнул. Я тоже книги справа налево перелистываю.
почему? Блин, ну почему я второй раз не запрыгнул сюда? Блин, ну это не смешно. Ладно. Но это говорит о том, что шансы есть. Один раз, в смысле, до стены. Я не понимаю гринстори, и как это поможет от паники? Наоборот, это, по-моему, добавит паники, нет? Очень странное у тебя средство от паники.
не перепрыгнул гейт. Нет, я не готов встретиться. Нет, Game Story, я не понимаю. С таким настроением ты вообще ничего не пройдешь. Ну, тебе это хорошо помогает, что не пройти четвертый мир на рейпе больше. Надо наоборот думать, сейчас надо пройти. А если думать постоянно то, что ой, ну ладно, сейчас умру, и что, ну и ты умрешь, да. Я думаю, что вот это победная попытка. Значит это. Ну и так далее, ты понял. Мне-то нельзя дропать Камилию, ты же знаешь. Ну, вернее, можно, но... Ну, нельзя, короче. Блин, не могу собраться, не могу собраться. Да. Лол. Ну что такое? Все? Гейты непроходимы теперь?
же это не очень, ну как же это не очень, блин, на таком умереть. Последние силы собираю, честно вам скажу, чтобы адекватно еще играть. В такое, ну как бы, это вам не в Херстоун гонять, как бы. Мне кажется, все, я поплыл. Хотя только что, в принципе, доходил, то вроде далеко. Ладно, все, надо еще пытаться, надо пытаться, пытаться, пытаться. Несмотря на глупые даже ошибки и глупые сливы, еще пытаться. Нет, но я видел. Сейчас будешь доказывать, что в Херстоун играть это потно? Второй там машины. Первая под вопросом-то, а вторая вообще не будет. Ничего там не ссорь, не знаю. Там последний босс мне не нравится. Я не хочу на нем страдать. Привет, Максим. Боже, 3 часов. Вообще есть инфа, что он там часов на 10, на 20. На нормале. Или на чем там картофель проходил, я не помню. Но точно уж не на лунатике.
Так у него там сложные атаки, фаза последняя, когда он там это управление тебе меняет. Ну ты давно не видел, я недавно видел. Да, типа, я так понял, типа Confusion Missing. Ну, значит ты крут. Все, точка. Круто играешь. Я проходил уже М-прыжок 3 раза. И 1 раз дошел до стены. Сейчас была неуверенная диагональка вообще. Я удивлен, что я не умер, серьезно. Ну, траектория была хреновая. Этот выпрыг меня больше всего, наверное, одно из самых бесячих мест. Такой не очень. Надо бежать и к нему почти вплотную и прыгать на ходу. Там заранее нельзя прыгать. Жесть, просто жесть.
могу так, я умираю. Там нужно то сильно зажимать прыжок, то коротко для гейта. Вы понимаете, что руке очень сложно так быстро переменять усилия. Причем это же не просто там любой длинный или любой короткий прыжок, а вполне определенные, да, по высоте. И, конечно, ну, рука может соскочить и сделать длинный, когда нужно не очень длинный. Ну, блин, потому что тяжело. То есть гейт — это не просто гейт, это гейт после длинного прыжка. И тебе некогда особо распрыгаться перед ним, чтобы, ну, типа, как бы опять привыкнуть к немаленьким прыжкам. Тебе нужно это делать сразу попеременчиво. Блин, это в такой игре это невозможно. Здесь ни одного инверта не было, в принципе. Я уж молчу про такие длинные участки. В третьей это Камиле, и то там за всю игру, по-моему, только два инверта. Правда, они в одном сейве, но всего два инверта. Разумеется, одинарных. Причем они там еще и на возвышении, что делает их проще. Не было инвертов. Там был самый сложный, это был дабл корнер, двойной корнер. Фу, блин, дабл даймонд. Был, так, как мы его назвали, X-прыжок, довольно тяжелый. И еще прыжок, где нужно обязательно два фрейма. Но, в принципе, с этой клавиатуры это изи. Ну вот, а так не было особо ничего там такого. Ну там был еще один экран на выносливость, но я имею в виду именно из прыжков. В общем-то ничего такого больше не было. Инверт, а я инверт, по-моему, проходил 2 или 3 раза. Всего лишь.
сыграться на спайк? Не знаю. А, причем тут Дотмику? В смысле, на Доткиде? Но это не считается. Пророк, не будет санспайка до окончания прохождения второй камелии? Ты чего ты вообще взял, что будет санспайк? Я максимум говорил, что... Ну да, типа... Скорее всего пройду санспайк. Ну уж точно не до прохождения камелии второй. А, ну да, там пол проваливается. Удачи, Максим. Спасибо, что зашел. Знаю я какой-то Avoidance. Я проходил Avoidance из Sunspike в игре его на Get Wrecked. Он там был точно такой же, но там было аж два чекпоинта. Перед вторым куплетом и перед самым концом почти. Короче, после того, как переворачивается. Привет, Найтрики. Сижу, играю в Камиле вторую после работы. Голодный. Удачи, Квинстори.
я уже забыл про эти три шипа. Нифига себе, жестко. Финальный это который на титрах? Yes, it's a blind run. Плюсик это значит, что да. Ответ да. Я не понял, если честно. Может кто-нибудь мне перевести? Sorry, I don't understand what you mean. My English not well. Okay, now I understand.
Yes, I understand now. Because I never seen that bosses on other streams or videos. А, про это? Ну, мне просто тяжело слишком было это сказать. Yes, if I see new attack on boss, I look video on YouTube how it dodge, but only this attack. I started challenge 100 days challenge clear Camellia 2 in 100 days. Started 25 December. Что-то я перестал доходить, да, до нормальных моментов. Надо сосредоточиться. Пророк, ты упоролся?
Gravity Man куда проще, чем это. Gravity Man is easy, this is hard. А у него нет пистолетика, ты приглядись, у него нет пистолетика, он идет с рукой поднятой. Four times. It's take ten hours for now. Чего? На него падал? Я понял. Нет, я имею в виду сейчас, он когда бежит, у него нету. А когда он стоял, да, у него был. Что ж такое-то, ну? А что такое Сейн? Можете перевести? Надо дровомыслие. РНД, ты прошел К2? Еще раз. Ты прошел К2? Спасибо. Подожди. Подожди. Если не секрет, у тебя ВК какое имя? Просто насколько по моей информации из русскоязычных людей прошел Задрос, Декстер, Алмурат, который Игнат из группы ВК, еще Шупуп недавно, и еще один человек из Петербурга. Это не ты? Просто если это не ты, то получается еще на одного человека больше, кто прошел К2 из русскоязычных. Привет, апдейт.
Нет, человек, который записывал видос с финальным боссом К3, я знаю Блинк, которого из ванаписов попросили. А других я не знаю, к сожалению. Ну... Тогда получается... Получается, уже 6 человек прошло К2 из русскоязычных, по крайней мере, из тех, кто заявил об этом. С доказательствами 4. Вроде бы. Ну, короче, вот у тебя как бы нет доказательств, и у того чувака какого-то с Питера, который даже на Твиче, по-моему, не зареган. Ну, или никто не знает, по крайней мере, его ник. Не, я это не говорю, что я не верю. Не, я верю. Просто говорю, что, ну, как факт, да? Нету видео. У остальных есть, вроде бы. Хотя вот насчет Алмурата я не уверен. И сейчас на подходе и Генлаш, РНГ, Гай и я. Но что-то я так думаю, что я пройду раньше, чем и Генлаш, потому что Генлаш просто не проходит. Он на последнем боссе, но он просто не проходит. Не, я ничего такого не говорю. Все понятно, все я абсолютно понимаю, но... Просто, я говорю, чисто как факт, просто, ну нет уже, да? Ну, нету. А, есть, да? А у тебя завтра, кстати, записи-то остались? Где-то? У Декстера точно есть, и у Шопупа точно есть. То есть, в принципе, есть, да? Ну, значит, с видео есть 4 человека. Но в целом 6. Из тех, кто хотя бы заявил, что он прошел. Я не очень понимаю, можете ответить или перевести? Ну, типа он спрашивает, пройду ли я за 100 дней или что?
Да. Ну, уже ответили. Задрос все спалил. По поводу Ориона. I'm very tired playing in Camille 2. Probably I not finish it in 100 days. Ну вот так. Вот так зрители определили пророк. Не, ну К3, потому что я не согласился. Нет, уже никто ничего менять не будет. Уже никто ничего менять не будет. Пророк. Это было определено в первый или во второй день? По-моему, в первый день. Тем более, как бы, третью Камилью я, может быть, буду и так проходить, да, когда-нибудь. А Орион я не буду проходить, если не проиграю это испытание. Вообще никогда не буду проходить. Давай, Найтрики, удачи. Отдыхай. Блин, я чувствую, я не пройду если этот стрим. Вот ведь, а. Ну все, ну вы видите, я сдулся. Я откровенно сдулся. РНД трололо не ванга, нифига. Сейчас еще буквально вот чуть-чуть и все, короче, дропаем на сегодня. But this chase still unfinished, uncleared.
I never seen M stage in Camille 2. But I heard that M stage not very hard. Да я уже, ну я как бы знаю, ну Задов, я как бы знаю, что там типа просто будет уровень с шипами, с кучей сейвов, как бы. Ну вот, такую общую инфу я знаю, ну. Как бы уже как. Я думаю, что мне уже все. Скорее всего, мне уже в Камиле второй нечего спойлерить. Все. Все, мне нету спойлеров по второй Камиле. Ой, все. Нет, 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 не сегодня. Не сегодня. Извините, извините, не сегодня. Никак. Нет. Не прошел. Я в мясо. Я просто в мясо. Ну давайте вон спидранчик в Бино посмотрим. Если он там спидранит, я не знаю, или потренит. О, спидранит, прям с таймером. Всем спасибо, что сидели, смотрели, стрим на этом заканчивается. Thank you for watching. Увидимся завтра.